Мы врываемся на металл. Ну, не знаю, опять же, вот для команды Vivictus, да, опыта, конечно, у них предостаточно на карте Металлона, но сейчас и для атаки, и для обороны плюс будет в команду X, поскольку ребята сейчас находятся вот как раз-таки в этом численном преимуществе, а команда Vivictus будет растянута, то есть у них в любом случае одна из позиций будет ослаблена, где-то придется контрить одному из игроков, и это как раз-таки Б-плейн, где принимает свит, но здесь Никита заминировал как раз все подходы, откидывает смоки. Ну и Капс должен давать информацию о том, что соперник заминировался на бете. Но здесь, судя по всему, Team X собирается ломиться в район А. Плейнтан, вот Трензор прошел один, но его никто не поддержал. От Ятагана был минус. Капс забирает здесь света. Ну, там Томас Шейн пошел хранить. Трипл килл и от гантели минус. Это раунд за Вейвиктусами. Миссия успеха. Да, ну что же, пока все начинается для Вейвиктусов очень даже с мажорной нот. Три фрага у Гантели, ой, Ятагана, два у Гантели. В принципе, на двоих здесь разместили абсолютно всех игроков команды X. И врыв в центральный кафе будет ли от Капса или нет. Ну вот готовились, готовились, но смог, опять же, внес коррективы. Пытались сделать быстрый раунд, а теперь в итоге длина играет быстро, а ЦК просто стоит. И ввиду этого сейчас могут быть, на самом деле, проблемы у команды. Team X полетели, а... откиды со стороны команды выявиться. И зомбак с планта сейчас будет раздавать плюхи. Вот и посмотрим, что сейчас получится. Ну вот первый пошел, но здесь в тушу перестрелял как раз-таки Кузу. Есть ли информация у него по Рензору? Да, теперь точно есть, но там Рензору все-таки открывает аплейн для своей команды. Даблкил. Смещение от Ятагана за спину сразу же выбивает ящи. Погибает здесь Кайл, пошло смещение. Но Капс тем временем находится на Б-плейнту. И, судя по всему, по нему должна была падать информация. Там свит вступал в перестрелку с Т-спауна. Но, тем не менее, смещается в Альфу сейчас, но также не отпускает мысли, что соперник может быть за спиной. Итаган выбивает ЦК, и это уже ситуация 2 в 2, надо выйти вдвоем. Итагану и Свиту. Свит здесь сидит, выжидает тайминг, все-таки выходит под загара, есть первый минус, и Рензор остается один, он задавил все-таки кассу и остается 1-1 против Итагана. Какая пачка залетает от Рензора, и это все-таки ответный раунд от Team X, но опять были на волоске. Ну что, дорогие друзья, No One получает Мерседес, а мы с вами едем на третий раунд. Свит у нас будет играть на приеме Винки, и посмотрим здесь, ой-ой-ой, сразу два соперника к нему бежит с УАшками, и никто, походу, не прочекает даже эту позицию, да, Рензор падает, все, ну и Кап должен хотя бы разменяться. Есть размен, но пора уже залетать, здесь нельзя ни в коем случае играть медленно, команде их за счет того, что все-таки преимущество игра в одного игрока есть, по сути, всегда, надо это реализовывать. Но выход имеется все-таки на Б, попытались задавить сейчас широкую, ну как там, все УАшки просто у Капса вылетают, но тем не менее он с этих УАшек не забирает своего оппонента, и Таган остается очень битым, но и загар один против троих своих оппонентов. Игра через ЦК будет от этого парня, попытается здесь дать минус, но это закрытая Б-плейнта, они дарят загару сейчас выход в Альфу, ну и... если пройдет через ЦК незамеченным, может быть, там еще как-то размансует при поставленной бомбе, но все, есть информация, там и смещение от зомбака на КТ пошло, так что загар, не знаю, мне кажется, пойдет стреляться, он навряд ли здесь видит какую-то перспективу в установке фугаса, поскольку на него вся толпа сразу же обрушится, но вот зачекал зомбиса, только потерял хелсбар, ну и что делать далее? Ну, там гантели в любом случае живой плент идет. Здесь загару, наверное, выжить не получится. А тем более поставить бомб здесь просто под БДР зайдет у нас гантели и будет чекать до последнего. Вот и все. Пошла установка бомбы, да, и гантели довольно легко первым же и единственным патроном увольняет загара. Выходит на паузу, и это уже 2-1. Но Team X понимает то, что первую половину им надо сыграть хотя бы в 4 раунда здесь для себя. Но, не знаю, вообще... как бы это правильно обозначить, обозвать. Неужели настолько проблема именно вот в скилле пятерых игроков команды Team X? Поскольку вторая карта подряд, и у них проблемы с четырьмя игроками в Evictus. То есть, ну, неужели настолько расходятся в стрельбе эти команды, эти игроки? Не знаю. Я думал то, что здесь Team X должны, ну, как-то... ну, не то, что прям очень легко, но там со счетами где-то 10-6 может забирать. Все-таки карты
Но у них вторая карта подряд, и соперник сейчас играет на их нервах. Поехали смотреть, что будет далее. Ну, 3-1 ни в коем случае нельзя сейчас допускать, надо бы сравняться. Ну, поехали, дорогие друзья, в центральное кафе. Есть минус от Итаган, разбит момент разора, также еще тут минус, да, есть враг Гатарис, Вит пытается там жить. И зомбак 1-2, пленту, и зомби с первым дает все-таки минус граната, загар перед ЦК, заходит в спину Свиту, и Свит, да ладно, с разворота успевает поставить фраг, но здесь, конечно, именно по стрельбе. По стрельбе немного команда Team X не вывезла, но я не знаю, ай, тяжело, тяжело этим парням. Ну вот я о чем и говорил, да, сейчас в перерыве, ну неужели настолько разница в классе стрельбы у пятерых игроков команды Team X против четверых игроков команды VEVICTUS? Они очень сильно уступают сейчас своему сопернику, очень многое позволяют, как я уже говорил. Ну и Капс поставил плейнт на бете, готовится принимать от широкой. Здесь Свит и Зомби, судя по всему, вдвоем пойдут как раз-таки через семерку, выход вина будет. А Капс даже на семерку сейчас и не поглядывает. Ну вот хаешка упала, он должен был видеть, откуда эта хаешка прилетела, но почему-то все-таки до последнего контрит мидл. Да, есть информация, Свит открывается первым, и Капс, надо задавить сейчас зомбака, но он все-таки отходит, он время тянет, очень правильно делает, но не успеет уже, или успеет? Успеет. Нет, не успеет. Он вроде на 7 секунде. На 6 секунде стал дефьюзить. Бомба успел. А подожди, ну, не, или он, значит, не на 6 сел? Он там, знаешь, миссия только переключалась, вот 7-6, вот где-то в этом районе он упал. Угу. 26 сотых там у него было. Ну ладно. Ладно, поехали. Это 3-1 уже для команды VEVICTUS Esports. И при дальнейшей такой доминации команда Team X может даже не рассчитывать, на самом деле, на эту карту. Потому что вот у них нет понимания, как нужно реализовывать плюс один. То есть они идут стреляться, и фейка даже никого банально нету. Вы можете одним фейком просто всю оборону опустить. То есть, ну, хорошо опустить ее по разным позициям и выйти в большинство. Но этого не делает команда Team X. Такое ощущение, что они просто не понимают, как это сделать. Как Гантеля выжил сейчас в Альфе, я не понимаю. Там уже и Свит с ланга подходит, закрывает Кайло. Есть информация по загару, Гантеля идет его выбивать, но... Чтоб вы понимали, вот кто, может быть, пропустил этот момент, только подошел, Герман тоже объясню. Гантеля просто за одним столбом в этом аплейнте, он просто мансовался от двух игроков, и при этом у него остался фуловый хелсбар. Он накинул дамага, отошел на КТ спокойно, вернулся в игру, дождался света и дострелял. Ну... И не знаю, такое нельзя позволять делать. Здесь Капс уже просто выходит на чек мида. Ну вот как раз таки с мида навряд ли его здесь будут ожидать, но он засветился. Он засветился, уходит на широкую, здесь же Свит с уашками, но Свит опять погибает, и Гантеля 1-1. Гантеля увидел? Да, увидел. Ой, через дверь еще прошил Евгений Петров, и это 4-1 уже. 4-1. Карл, просыпайтесь. Team X, по-моему, пора играть. Как-то я очень погорячился, когда сказал, что на Металле команде Team X все карты в руки. Ну, я сразу говорил, что нет. Ну, я знаю то, что ты сразу же сказал после меня, то, что нет, типа... Нет, здесь... я просто, знаешь, что? Единственное, что я сказал сразу, да, это что команда Team X просто обязана. Ну да, Team X 2-0, должны побеждать. Да. Но то, что я вижу в итоге, по итогам первой карты, мне... Очень прям вот хочется вот зайти в TeamSpeak команде Team X и задать вопрос, что вы делаете? Что вы делаете вообще? То есть, ну вот смотри, вот банально, давай вот просто разбирать раунд сейчас по полочкам. Парни раскидывают Б. Раскидывают Б они к чему? То есть, полетела хаешка на узкую, которая никогда в жизни никого не взорвет. Ну, может, один раз из 100. Все, хаешку отдали. Кладется дым от обороны сюда сразу же, чтобы можно было суашек здесь принимать, как раз Гантеля здесь сидит. Все, вот втроем. Втроем игроки заходят на семерку. Здесь один Гантеля. Свит играет на топ. На него байтится, есть минус от Капса. И все, давить пора. Почему два игрока еще под респауном до сих пор? Почему они не пушат этот бэтлен? И Свиту дают просто жить там. И Итаган в итоге успевает сместиться, который делает минус. Ситуация 2 в 2. Все, почему вы просто не задавите? Хае на широкую, хае себе на левую сторону. Все, пройдите, пожалуйста. У вас есть информация по одному, по второму. Ну это же, ну что? Ну что, не хватает, ну я не знаю. Зачем выходить? Здесь вообще выходить не надо в лобби на какие-то тактические паузы. Здесь надо просто включить вот банальную голову. Все. Ой, ё-моё. 5-1.
Но, может быть, тильтуют. А, там еще краш у команды Team X. Они не решились продолжить в пятером. Ну что, поехало. Поехало далее. Ну, это избиение. Воевиктус сейчас продолжит, мне кажется, эту доминацию. Зайдет как раз-таки пятый игрок. Здесь, смотрю, полезли уже в информацию. Смена пошла. Перок, я так понимаю, возможно, девайсы будут замена. Давайте за Кузой посмотрим. Нет, Куза с Аугом, Кап с Уашками. Пока что все на дефолте, но... Есть шанс еще что-то обсудить, но не знаю, придут ли они к этому единому мнению, команда Team X, что им нужно делать, как им нужно давить, или же все-таки нет, но пока что здесь мы с вами наблюдаем, ну, действительно, полный рассинхрон в игре обороны. Команда Team X полностью отдает сейчас игру своему оппоненту. Но если здесь 6-3 сыграют по первой половине, я не знаю, как там будет атака, но Воевиктусы навряд ли будут играть рассеянно и где-то оставлять там пару игроков на Б-плейнту, пару игроков на А. Скорее всего, Воевиктусы как раз-таки ввиду того, что их меньше, они будут играть очень... Ну, хотя вот с быстро тоже я, наверное, здесь еще... Не соглашусь сам с собой, да, так скажем. Быстро нет. Быстро навряд ли. Будут, возможно, раунды как раз-таки, где они будут взвинчивать темп. Но будут играть всей своей толпой, это явно. Так, от Рензора. Привет другу Ивану, прокурору из Саратова. Здорово, Иван! Какое вы место сейчас занимаете? Last. Ну да, там у команды Team X как раз-таки есть время сейчас чекнуть. Таблицу турнирную. Да, там Team X сейчас на 8-м месте находятся, с учетом того, что SWLD и Scorpions уже покинули игру в этом дивизионе. Тимиксов тут раз, два, три, шесть, восемь. Восемь поражений, три победы, одна ничья. До команды Playing eSports им тут тоже очень долго чапать еще. У Playing всего шесть поражений, три ничьих и пять побед. Так что там Тимиксам явно не обогнать уже будет Playing'ов. Но то, что они удержались в первом круге и не вылетели из дивизиона, вроде как можно вот сказать молодцы, но по той игре, которую они сейчас показывают против команды Vivictus, не знаю, как так ребятам повезло. Возможно, сейчас парни фанятся, может быть, есть там какая-то несерьезность, да, к отношению этого матча, но... Навряд ли. У кого? Тимиксы должны все-таки понимать. Нет, вообще нет. Но Типа, я им за просто... любую возможность надо цепляться и Я даже предполагать, пытаюсь конечно. объяснить, вот... Я пытаюсь найти объяснение, почему такая игра идет у Тимиксов. Но они все-таки Я первый могу тебе круг. просто сказать, отсутствие хорошего координатора Ну, а имхы. как они первый круг удержались? Я вот к этому еще веду. Почему сейчас Да так там на очень самом деле, тяжело знаешь, идет? такое, типа, кому больше повезло, кого больше проперло. Все. Я вот сейчас буду, наверное, прям совсем прямолинейным. Пусть меня, не знаю, игроки обижаются. Тем не менее, я считаю, что все-таки у меня есть право, да, вот говорить в плане каком-то профессиональном подходе, что я вот вижу сейчас команды, которые занимают там последние места, да, у кого-то там проблемы с учебой, работой, интернетом, туда очень много отговорок туда-сюда. Но, ребят, если у вас такие проблемы, зачем жаловаться на что-то? Типа, каждый игрок пытается себя зачем-то оправдать. Жалуется на тиммейтов, жалуется на обстоятельства. Камон, почему Вейвикс сыграют вчетвером, и они никому никогда ничего не жалуются? Они полсезона провели с заменой постоянно, плюс один. И вот 6-1 на табло уже. Смотри, это я не знаю. Отсутствие Миссия нормального обеспечена. координатора. Все, что мешает команде Team X сейчас. Есть хорошие стрелки, нету дисциплины.
Нету человека, который может сказать, все, парни, спокойно, да, возможно, это Кайл, но Кайл, опять же, игрок, как по мне, к которому нужно еще привыкнуть. То есть команде X. То есть внутри коллектива должна строиться синергия. Кайл только пришел, поэтому здесь никакой синергии пока что и быть не может, даже в теории. То есть. Я не знаю. Я очень сильно. Я вот сейчас смотрю, я безумно разочарован. Даже если они сейчас камбэкнут и выиграют, я все равно разочарован командой X сейчас вот этим матчем. То есть, как они именно работают с собой. Вот эти гранаты на узкую, когда вот эта граната могла просто спасти им раунд. Просто даешь ее на широкую. Даешь себе хаешку в наход, чтобы с широкой не вышли, тебя с правой стороны не убили. Они просто ее кидают на узкую. Кидают на зонты сейчас ее. Все. Самые дефолтные хаешки, это как, не знаю, это как на ДЦ бежать за атаку, откинуть дым на этот, на стрит. Типа, окей, отдал дым, что с того? Такое, такое себе, если честно. Уровень, пока что вообще не уровень. Ладно. Это мы уже с тобой обсудили, я тоже несколько раз, но и сейчас давай смотреть. Команда TeamX пытается открыть B-плейн, и они вроде как раз-таки всей толпой пытаются вломиться на B-сайт. Здесь вид будет от ячей выжимать по максимуму, от Итагана есть минус, от Света еще один фраг, последний пули поставил Свит, трипл килл. Ну как вы это позволили ему сделать? 33 хп, прошу прощения. И он спокойно от ячей отыграл против трех тел в упоре, против четырех. Там еще плюсом была хелпа от Итагана. Рензор 1, 14 хп, и это уже, походу, будет 7-1. Да, а команда Вейвиксис будет давить очень сильно на атаке. Они будут по-любому делать быстрые раунды, потому что здесь медленно. Они понимают, что медленно играть, наверное, нет вообще никакого смысла. Нужно пытаться как-то быстро искать не превосходство, а быстро искать размен. Размен в том плане, что они изначально играют четвером, и нужно быстро находить равенство по выжившим игрокам. И они будут действовать очень быстро. 7-1. 7-1 по итогам первой половины. Последний раунд у нас сейчас еще будет, но я думаю, что этот раунд немного что-то там поменяет в итоге. 8-1 хорошо для Вивикса, 7-2... Все так же плохо для команды Team X. Ну, быстрый раунд по ЦК сейчас, судя по всему, будет. Уже хаешка падает под ранзор, очень много урона вносится. И Загар, и отели здесь должны разбираться в любом случае. Но вот Кузы еще минус есть. Зашли в апленд, ну и Свит остается вдвоем. У нас гантели. А почему Кузы идет? Вообще зачем пушить этот КТ спал? Ну вас же трое. Ну просто, ну поставьте бомбу, закройтесь втроем, никуда не аркайте. Свит сейчас погибнет от Загара перед центральным кафе. Есть информация по гантели. Все, отойдите обратно по длине, сыграйте вдвоем. Сыграйте вдвоем, все, оставляйте гантелю там в неудел. Держите бомбу. Сыграйте на размен сейчас друг с другом. Но вот сейчас гантелю как раз-таки и оставили под КТ-спауном. Пусть играет спокойно на виду, они и закрываются в районе ланга. Навряд ли здесь гантели со своим хелсбаром еще сможет что-то выжить из этой ситуации. Да. Там Кайл в упоре... А он по ногам зачекал, накидывает дамага, 65 хп остается. Но времени уже очень мало было, и Загар все-таки с ланга решился с ящей пикнуть. И это 7-2 заканчивается первая половина в пользу команды Team X. Здесь даже если бы играли в 5-5, это... Не знаю... Да слушай, даже когда играешь 5-5, такой счет ты недалеко вот, не часто увидишь. Вот, в том-то и дело, то что даже если бы играли 5-5, это уже очень крушительный счет. Сейчас смена сторон только вот волей, там, удачи матушки Фортуны команде Team X сейчас нужно вытаскивать, ну, хотя бы те же 7-2. Но, как я уже говорил в перерыве, Вейвиктосы, возможно, будут чередовать быстрый темп игры, да, с таким более медленным и размеренным, но они будут играть всей четверкой, навряд ли они будут там как-то рассеиваться по плейнтам, там, по ЦК и так далее. Они знают то, что их меньше, и они будут стараться задавить. Ну, поехали, не знаю, команду X сейчас может спасти... Так, мы выходим в лобби. Команда X может сейчас спасти разве что очень конструктивный дефенс. То есть, очень грамотное взаимоотношение между игроками, очень хорошая стрельба, что, опять же, немаловажно, как бы, да, это все банально не звучало, но если ты, опять же, ну, не попадаешь, то о чем здесь говорить? То есть... Нужно правильно расставить приоритеты, где должны уашки стоять. То есть, как мне кажется, один под лангом в любом случае должен быть, и один под винкой. А можно, в принципе, и B-плент укреплять. Потому что очень уж любят Вейвиксы ходить под длину. Там гантели постоянно с этих вещей очень классно играет и так далее. То есть, ну...
Очень тяжело. Тяжело, тяжело. Трезвый. А знаешь, просто я к команде X неравнодушен. Поэтому, наверное, я и высказываюсь так эмоционально, потому что я вижу, что команда в принципе по игрокам неплохая собрана. Но то, как они играют, это прям вот мне прям реально больно. То есть, ну, я давно такого ощущения не испытывал. Какого-то, наверное, сопереживания. На контрасте, наверное, с радостью за VX, что все-таки вчетвером они вот так вот выигрывают сейчас. Такие довольно смешанные чувства на контрасте. Не знаю. Да и в целом за уровень очень обидно сейчас многих команд. Прям ужасно. Я понимаю, что очень мало осталось именно игроков грамотно думающих. Так, ну что, давай обратим внимание к нашему чату. Кавказский заходит. Всем привет, Герман и Макс, здорово. А что 4 против пятерых? Ну, нету пятого игрока у команды Vivictus eSports. МК у нас где-то заблудился. Богдан пишет. Привет всем, здорово, Богдан. Они поддаются, пишет Михаил. Кто кому? Team X и Vivictus? Им это вообще ни в какие ворота просто. Vivictus сейчас второе место в турнирной таблице. Занимает первое место команда AUXZ, третье Атрибутс, четвертое вертолеты. У команды Team X восьмое место. Они на самом дне турнирной таблицы сейчас находятся. Так что им надо здесь просто выжимать и выкладываться по максимуму. Но возвращается все-таки пятый игрок. И мы прогружаемся с вами на карту Midtown на вторую половину. Первая половина закончилась со счетом 7-2 для Vivictus eSports. Ну и три раунда надо дожать. Так, ладно, давайте посмотрим за Итаганом. Это выход ЦК. А кто его контрит? Серьезно? Итаган! Даблкил имеется. До третьего дойдет? Нет. Зачем-то берет хаешку там в руки. Но там от Капса был также размен. Выход фланга от Гантели. Гантели также погибает от рук Капса. Триплкил. Свит выходит также через ЦК. Есть минус от Света. 34% здоровья. Ну что, Никита, давай. Очередной триплкил от тебя ожидаем. Дабл уже имеется. И остается 1-1 против Загара. Пойдет на смещение через КТ, скорее всего, Б, или, возможно, пойдет на чек ЦК, но Загар по-прежнему с центрального кафе коврит Альфу, но должен понимать то, что Свит уже на смещении, а Свит тем временем на Б и будет ставить. Вспомни, что я говорил перед началом второй половины? Конкретно о игре команд? Вейвиктисов, да. То, что они будут делать? Будут играть агрессивно? Да, что они просто пойдут давить, чтобы быстро найти преимущество, вот это, точнее, отыгранное преимущество. Пожалуйста, ситуация 1 в 1. И даже несмотря на то, что у Света 24... Ой, у 34 хп, он может сделать фраг. Пожалуйста. Идеально просто. Вейвиктусы делают то, что должны были делать Team X. Парадокс. Чистой воды. Это 8-2. Но смотри, первый раунд был отыгран очень агрессивно, сейчас играют как раз-таки на пассиве Вейвиктуса, но здесь также залетает хаешка, и эта хаешка под Кайла. Есть минус, но, судя по всему, начало раунда будет медленным, но в дальнейшем, возможно, будет развитие на Б-плейн. Там же будет принимать Загар. Вообще, очень интересно помониторить раскиды гранат именно под Б-ту, как будут пользоваться сейчас Вейвиктусы. Хаешка в плейн упала, но, тем не менее, Загару от нее ни горячо, ни холодно. И здесь же Свит пошел уже на врыв, есть информация у него по Рензору. Рензор пытается играть на пиксель. Сюда же врывается и Таган. Минус Рензор. У Загара проблема. Очень много хаешек падает все-таки под выход вина. От Капса минус хае. Загар. Загар живет долго. Пачка от зомби со широко играется Капсом. Есть минус, но не добирается до Итагана. Да, ну что же, 1 в 2 для Кузы. Ну и давай смотреть. Здесь вы видите, все-таки решили до конца под баплантом не играть. Будет стяжка, Куза будет выходить. И здесь его расстреляют. Его расстреляют, 39 хп, но даже если уйдет, то тем временем можно обратно уйти под бэкплан. Что и делает, опять же, команда VX, они все прекрасно понимают. Будет установлена бомба, но Акузи, как с Аугом-то идти? Там будет Агана у Ашки и Гатель с Аугом. То есть,
Ладно, скорее спауна пойдет. Ну там Ятаган будет эту позицию чекать. Это 9-2. Это 9-2. Бомба была установлена. Ну, куза. Выходит через широкую и гантеля. Гантеля погибает. Ой, я там еще и так он остался, но Томас все-таки поставил пачку. Да, это все-таки 9-й раунд. 9-й раунд для команды Вейвиктес. Ну что, раунд остается до победы. И мне кажется, там TeamX явно уже жестко тильтанули. И... А еще следующий матч играть против вертолета. Да, да, да. Поражения за обидное будут просто, не знаю, все на своем пути крушить сейчас. А это... вертолеты, это еще команда, которая играет очень быстро и агрессивно. И их будет пятеро. Не знаю. Как Замбак и трифраг. Свит заходит в центральный кафе, минусует Кайл. Рензор есть, конечно же, размен, но здесь выход уже под Кузу. И Куза должен спасаться. Но Рензор очень вовремя подходит, на самом деле, на размен. И там нужен еще и саппорт с лица Ятагана. И Ятаган здесь делает минус раз. Знает, что и Куза еще в пленту. Один хп у Куза остается, он падает. И Загар бежит спасать ситуацию. Но если закроет Ятаган... А, Ятаган закрывается в пленту. Ай-яй-яй, как же Томас классно чувствует эту ситуацию. Понимает, что по таймингу Загар в ЦК и должен был как раз-таки примерно бежать плюс-минус. Но вот у Гантели пока что нет точной информации. По своему сопернику хорошая пачка от Загара. Но Загар или Томас? 6 патронов парных УА не хватает этого. И переключается быстро на одинарную пачку. 10-2 вчетвером, боже мой. Изи. Ну... Молодцы, очень хорошо отыграли Вейвиктесы. Команде TeamX собираться с моралью, с мыслями и на следующий матч против команды Вертолет. Герман дропнет вам кодик в чат. Всем привет и вам, Макс, Германом. Здорово, зал, приятного просмотра вам, дорогие друзья. Рад видеть вас всех на трансляции. Третий, он же завершающий матч на сегодня. Команда TeamX против команды Вертолет. Мы скоро к вам вернемся.